Привет, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Вы на канале Нефрит 387. С вами Лицемер, Лунатик, Фанатик, Еретик, Тобиш, Нефрит. И сегодня мы продолжаем гулять по Горькому 17. Мы нашли нового перца какого-то. Будет нам веселее уже. У нас уже пятеро будет. Так, не здесь. Вот мы здесь сохранились точно. Не забываем ставить любо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии по данным видео. Ну и мы поехали. Так. Блять, я медузу тронуть не могу еще. Пока. Он мне не дается. Под мою власть. Так, тут что у нас? Ничего нет? Так, куда нам? Туда походила наверх, да? Там дверь-то открылась. Там ничего не открылось. Походила нам сюда реально. Так. А что справа? Нету никаких скронов интересных. Ну, а Юка уже туда намеренно пошел. Так, с две двери. Давайте сохранимся, пойдем в одну. Давайте вот в эту пойдем. Чали. Так, блин. Че я тут делаю? Пойдемте по лестнице спустимся. Я еще говорю, блин. Это сильно смахивает на команду смертников. По-моему, самое время отойти подальше. Не торопись. Уж больно похоже на классическую ловушку. Ловушку? А весь этот город сплошная ловушка. Давайте отойдем, Николай. Мы сюда не просто погулять пришли, Хахти. Мне нужен ответ, и я его получу. О, да, бля. Так, с медуза, что это такое? Отрыжка смерти. Ладно. Пробуем отрыжку смерти сделать, что это такое. Оглушает, сука. Вот это хорошо. Так, пойдем сразу же этого валить. Ты у меня будешь валить всякую шелупонь, как обычно. Да. Коврига. Ножка же любит у нас гореть, да? А мы пока этими здесь займемся. Мы и гориллу тоже подожгем. Сейчас. В ближайшее время. Хе-хе. Ползут ведь всякие падлы. Вот это вот, сука, Джо этот. Того не люблю я сильно. Пипец прям как. Ах ты ж. По двум сразу же. Гандон. Так, 41 хп, да? Блин, коврига, вот ты так неудачно тебя поставил. Ну ладно, придется действовать вот так.
Давай, ковригой сейчас ты ему треснешь еще с больной битой своей. Ага, треснешь. Не треснешь. Так, отлично. Пока сюда отходим. Селиванов. Так, Селиванов, ты мне сейчас стрельнешь из пистолета. Подожгем вот эту падлу. Ну, тебя мы сейчас пробуем что-то за молния. Ой-ой! Я еще Селиванов треснул. Твою медь! Короче, ты не есть гуд. Падлы подбирается все ближе и ближе. А, она током не бьется еще, да? Сейчас малыша прогреем. Готовимся потихоньку. Ну, супер. Этот не туда пошел. Слышь, шустрый Джо, куда пошустрил-то, а? Ты не в ту сторону шустришь. Как тебе надо двух хотя бы? Опа-на, отлично. Так, это уже хорошо. Нет! Ты что? Коврига, блядь. Я сделал совсем не то нажимал, я же только правой кнопкой это нажимал, а не левой. Ты почему стрелять-то начал, свой придурок? Фух, ты же, бля. Как я пересрался, а? А с обоих подожгу.
пока все действуем отлично. Один минусанулся. Мы тебе шустрый Джо забодаем еще. С этого минуса нули. Твоя зачку 2 хп снести ему. О, этот здесь вообще убило. Ранен и убит. Вот как я на тебя отряхнул. Тебя мы сейчас пожарим, скорпиончик. Все, ребят, жарим скорпиона. Интересно, 10 хп с пистолета он выбьет? Надеюсь, да. Нет! Скорпион сейчас такой удар кому-нибудь из нас нанесет. Печаль, беда. Ну, ты получишь Селивана сам. Нормально так. Надо было вот этим бить, да. Забодай меня, комар. Добей скорпиончика. А, у него электрозащита, будем знать. Ну, он сейчас сдохнет все равно. Ему жарко стало. Что ж там в ящике там было? Такое что-нибудь ценное. Бутылки бензина. О, лечебный комплект какой-то. Супер. У нас водка-то кончилась, только у него осталось. Ага. Ну да. Тогда все шикарно.
Так, дай-ка я ей патронов. Нормально так. Давай подлечи нас. Все здоровое, приздоровое теперь. Здоровенько булы, да? Да, блин, куда идти-то? Хорошо, а что тут у нас? Давайте сохранимся вначале. Здесь выжить. Голый? Послушай меня, где твоя семья? Где родители? Позволь-ка я с ним поударю. Как тебя зовут, а? Не бойся, теперь тебе нечего бояться. Видно, он еще в состоянии шока. Ты прав, Тарас. Такое часто бывает в кризисных ситуациях. Давай лучше я пока возьму его к себе. Что? А ну давай, стреляй! Стреляй! Стоп! Ребенка оставить! Повторяю, по ребенку не стрелять! Так, ребят, давайте шустрого Джо сюда сейчас подзовем. Чтоб он поближе подошел к нам. Шустрик подошел как надо. Ну да! Пресвятая Богородица! Че за нахер? Я просто не верю своим глазам. Ах ты, сволочь! А ну как коврига тебя сейчас угостит? Стреляй! Стреляй! Отлично. Ну, пока пойдем с этой штукой разбираться. Не знаю, что ты такое, девочка. Коврига, ты тоже сюда. Девочка гореть умеет, надеюсь. А мы ее чай сейчас попробуем воспламенить. Узнаем. О, значит гореть может. Ну все, тут дело за малым. Нихера себе, девочка бьет. Ой, пипец, сейчас по Селиванному улетит.
Да что ты, Селиванов-то, а? Ты же горишь, значит. Ща тебе жарко станет. Как она заверещала-то еще? Коврига. Давай-ка лупани-ка по ней. Хорошенечко. О, все, ей трындец. Селиванов, пока сюда тоже отходи. Вот вам и девочка, да? Давай, коврига. У тебя есть шокер. Сделай шустрому неприятно. Да. А этими-то не сходил. Бля. Пипец им. Как же я мог забыть-то, а? Так. Чё, боба бы, да, была. Боба было, дядя. Сука. Да, бля. На, дают они мне люлей-то. Как ни странно. Ладно, идем дальше. Что тут было такое? Ради чего мы тут бились? Мы зря здесь бились? Оранжевый ключ. О. Ну конечно, как же без магии. Они
приближаются! Они все время приближаются! Прорываемся к выходу! Господи, они приближаются, они все время приближаются. Знаешь, танцор, плохому танцору кое-что мешает. Ох ты, медуза-то у меня не подлечена. Лилит. Пускай они поближе подойдут. Ух, тут целых один хп. А, у него средняя броня, вот почему у них так плохо хп-то сносится. Ну ладно. И странно, слушайте, решили меня обходить. Ну, контратака вообще шикарно. Тянешься меня, утконос? Что, у меня подрывалок больше интересных нету? Эх. Гореть будешь потом. Гореть тебе в аду. Иди, пока успеешь подлечить еще нашу медузку. Там про нее забыли ведь. Так, пойдем усыплять ее пока. Защита от оглушения. Сука, вот это печаль. Ладно, защиты от огня у нее нету. Это мы знаем. Горит она неплохо. Метнем, кому у нее ножик. Хреново метнем. Сейчас что-то нам будет. Ну ты ж, блядь. Урон-то у нее нехилый. Клюет-то она нормально. Девка, будешь ходить сегодня всех лечить? А-а-а. Проконтратили ее. Сейчас я топориком чухнем. Блин, ну сейчас-то не промажь. У него один хп, ну сдохнет сейчас.
Гори, сучка. Догоняй. Каких только тварей нету. Сейчас она опять тюхнет. О, да нихера ж себе. Вот тут она выбивает, так выбивает хп. Ты ж как решил сбежать-то? Сук, никак тебя не ударить. Зато топориком тюхнуть можно. Ты пока не лезь. Отдохни тоже. Так. Сейчас Хахти огребет у меня. А иди-ка и вшитай вот так. Все, она труп. Можно идти пока на помощь. Так, с Хахти. Тоже идем на помощь. Так, отлично. Никак, да? У тебя гранатки тогда? Готов, красавчик. Подвеска с Хахти. Чем здесь столько много? Медузе бы что-нибудь из броник это бы. А с броника никого нет. Хотя зачем он девки? Че, медуза ничего носить не может? Thank you.
она медузу ничего носить не может, понятно. Печально? Так, сундук. О, это уже хорошо. Сейчас нас всех подлечит. Все вроде бы отлично. Сейчас нас будет лечить девочка. Музей, так музей уже нам. Карту взяли, самое главное. Давайте сохранимся. Супер, тут вообще просто ящик лежал. Да, нормально. Суперски. Уже было сразу что-то зайти. Ну ладно, мы же легких путей не ищем. Сходили, зато узнали все. Раздадим. Чтоб если шодок, оп, и бомба у всех есть. Да, пока все отлично. Ну и на сегодня, думаю, ребят, это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрайт 987. С вами был Неф. Не забываем ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. И вступайте в группу «Наши 90-е». С нами интересно. И всем пока-пока. До новых встреч. Let's rock!